Сотрудники госавтоинспекции принимают креативные меры в борьбе с аварийностью. В Самаре проходит акция «Я звезда». Сотрудники ГИБДД и юные инспекторы дорожного движения вручают пешеходам светоотражающие устройства, так называемые фликеры. И напоминают, как правильно переходить улицу. Станут ли теперь пешеходы заметнее на дороге, узнала Татьяна Пудова. Оживленное движение и нерегулируемый пешеходный переход на улице Георгия Димитрова. Делегация юных инспекторов дорожного движения встречает пешеходов, которые переходят дорогу. За то, что вы правильно перешли дорогу, мы вручаем вам эту звездочку. Первый раз, на самом деле, вижу такую акцию, когда поздравляют с тем, что хорошо, правильно проходит дорогу. Я вообще впервые вижу, то, что студенты и вот юидовцы проводят такую акцию совместно с сотрудниками ГИБДД. Очень интересно поучаствовать. Так участники призывают пешеходов быть яркими на дороге. И объясняют, световзвращающие элементы не просто украшение, а залог безопасности на проезжей части. Чаще всего аварии происходят вечером, когда водителю сложно заметить человека, переходящего дорогу. А вот фликеры при свете фар видны с расстояния 100 метров, а значит, должны помочь избежать многих аварий с участием пешеходов. Ночью, вот, видать, водители не видят, и бывает, что надо бдительнее быть просто самой. Я рада, что мне подарили звездочку, и теперь машины будут меня видеть и останавливаться передо мной. Ситуация пока складывается сложно. Не всегда водители пропускают пешеходов, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. И хочется обратить внимание именно пешеходов, что при переходе таких пешеходных переходов нужно обязательно посмотреть по сторонам и убедиться, что водители их пропускают. Это повысит их безопасность. Юные инспекторы удивляют прохожих танцами и предлагают сфотографироваться с хэштегом «Я звезда». Потом интернет-голосование, за лучшие снимки ценные призы от госавтоинспекции. Татьяна Пудова, Сергей Костин, Новости губернии.